Татары очень чувствительный народ. У нас есть куча глаголов, обозначающих виды боли. Самые стандартные – это аурта. Например, «минем бошим аурта». Бош еще может «эйленерге» – «минем бошим эйлене». Для затяжной ноющей боли у татар есть специальное слово «сызларга» – «минем тышим сызлы». Для колющей боли есть слово «щенщи» – «минем юрегим щенщи». Для передачи ощущения раздражения есть слово «эрни». Минем кунглем эрни. А для ощущения беспокойства – ищем пыша. Вот с этим арсеналом можно отправляться к доктору. Ну или хотя бы позвонить хорошему другу. Как всегда, не забывайте о вежливости. Исэнмэсэс гафуйтэгэс кыргэмэм кимме. Доктор, мин аурим. И дальше описывайте ему проблему с помощью знаний тонкости языка. А если вы полностью здоровы, можно сказать «Мин сау салямет рахмет». Рахмет не забывай, хорошо, достам? Доктор, минум бошу маурта, себебю нерседе. Себебю? Белиш булуда.